Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса. Дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя, то есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым-Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров, дипломатических и так далее. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход. А также не распространяется на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Вот. Со своей стороны, Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский Союз. Также Украина просит, чтобы окончательное решение было оформлено на встрече глав государств.